между лисой и зайцем 10 метров. Лиса бежит со скоростью 8 метров в секунду. Заяц со скоростью 7 метров в секунду. Когда лиса поймает зайца? Ну, ребята, это чрезвычайно простая и, с другой стороны, чрезвычайно важная задача. Погоня. Вот есть две точки, между которыми расстояние 10. Это движется быстрее, это удирает помедленнее. Давайте смотреть, через секунду что произойдет. Здесь двинется на 8, а здесь всего лишь на 7. В результате на метр догонит. Поэтому все, что мы должны сделать, это разделить 10 на 8 минус 7. Получится 10 секунд. Погоня не такая уж и долгая. Если заяц медленный, то есть на метр за каждую секунду отстает, здесь важна разность, важна разность скоростей, да? То за 10 секунд поймать. Зайца жалко.